Привет-привет, мои дорогие зрители! С вами Лилия Донскова. И сегодня у нас будет непростое видео, а самое нужное и полезное – это обзор следующего каталога номер 5 от компании Oriflame. Я вам не просто расскажу, как обычно, а покажу продукцию, все, что есть у меня дома, чем я пользуюсь. Мы все с вами потестируем, и я расскажу, что нравится, что не нравится, для кого лучше это подойдет, для кого вообще не стоит рекомендовать. То есть дам вам важные отдельные рекомендации для того, чтобы вы могли не просто для себя определиться заказом, а правильно могли подобрать продукцию для клиентов, чтобы ваши заказы были больше и больше с каждым разом. Итак, приступаем к просмотру. Каталог начинает свое действие с 30 марта и закончится 18 апреля. И сейчас мы с вами посмотрим, что же здесь новенького. Новые ароматы. Даже не спрашивайте меня про них, я их не знаю, не изучила. Я получала два пробника, но не могу сказать, что они на меня произвели какое-то безумно вкусное впечатление, что я захотела ими обладать. Нет, у меня такого не срослось, при том, что у меня сейчас к ароматам нет большого интереса из-за того, что накопилось слишком много парфюмов, и я хочу их немножечко израсходовать. Но ароматы выглядят очень забавные, такие веселые флаконы, позитивные, классные. Обычный стандартный объем 50 миллилитров. И по составу я посмотрела, состав очень интересный, особенно меня вот зацепило тут зеленое яблоко, орхидея и сандал. Мне кажется, это очень такой летний классный аромат. Так что всегда рекомендую брать пробники и получать личное впечатление. Зато вот на этой страничке меня сразу зацепил вот этот шарфик. Он невероятно позитивный, красивый, такой сочный. Возьму его обязательно. Вчера у меня был звонок от клиентки. Они с подружкой обе хотят этот шарф и спрашивали, какой он будет по качеству. Я надеюсь, что нам привезут его на тест-драйв. Я его посмотрю хорошенько, все пощупаю, померяю, вам запишу видео отдельно с этим шарфиком. Оно очень крутое, тем более по акции. Если заказ из каталога на 990 рублей, то любой аксессуар, очки или шарф будут идти с хорошей скидкой. Супер! Так, откуда я беру пробники? Вот эта самая страничка, 8-я. Здесь целый набор у нас получается. Вы заказываете по коду 128450. Придет каталог, пробник, аромата. Это новинка, нет? Люсия Брайт Аура. Нет, это не новинка. Знаем этот аромат. Придет пробник помады и пробник омолаживающей сыворотки Novage Time Restore. Очень классно. Я всегда беру набором, потому что удобно подарить клиентам что-то из пробников. И это получается выгодная цена еще, ведь и каталог у нас с вами остается. Так, нас ждут новинки. Очень-очень вовремя, потому что и лето в этом году ранее. Так, на этой странице нас ждет маска. И вообще следующие несколько страниц будут посвящены маскам. И это очень актуально, потому что сейчас идет смена, когда мы из зимы переходим в весну и плавно в лето. Кожа, естественно, испытывает стресс, поэтому ее однозначно нужно поддерживать масками. Что могу сказать по поводу этой маски? Я ее так и не попробовала, к сожалению. Я не знаю, я их заказывала, все раздаривала. Вот у меня одна осталась, я думаю, что нужно наконец-то попробовать самой. Но вчера та же клиентка, которая хочет шарфик, мне сделала потрясающий отзыв про эту маску, что и вызвало мой интерес. Я ей ее просто дарила. Она у меня очень любит маски в пакетиках, чтобы быстро сделать и сразу получить результат. И она сказала, что это невероятно классная маска, и она будет их заказывать со следующего каталога несколько штук, то есть с этого каталога. Так что я буду пробовать. Если у вас уже есть свое впечатление от этой маски, напишите в комментариях, чтобы нам всем было полезно, и мне, и нашим зрителям. Далее, выходит новинка. Буду заказывать однозначно. Это маска, разогревающая для лица. Представляете, нам нужно ее нанести на 5-10 минут. Так, что здесь рекомендация какую-то я читала. Она распаривает кожу для лучшего проникновения питательных масел, восстанавливает кожу после холодов, а аромат морского бриза расслабляет и успокаивает. Меня полностью устраивает вся серия Swedish Spa, мне нравится в ней все: аромат, текстуры, упаковка. Очень стильненько, так классно выглядит. Эту масочку возьму обязательно. И, кстати, удалять ее нужно почему-то теплым полотенцем, ну или теплой салфеткой, то есть смочить в горячей воде,
отжать и аккуратненько удалить. Я думаю, что будет просто эффект от маски более заметен. Так, тканевые маски Novage. Слушайте, у нас здесь Novage, восстанавливающая. Почему-то она в другой упаковке, заметьте. Интересно. Здесь у нас восстанавливающая, а у меня сейчас маска 77-я, укрепляющая. Вот у меня укрепляющая маска, я еще ее выписывала ранее. Надо будет сделать. Я люблю тканевые маски. Единственное, у меня не получается вот такая красота, как у этой девушки. Как она ее так красиво наложила. У меня все-таки она не лежит так ровно на лице. И поэтому я прям восхищаюсь. Я попробую, может быть, я неправильно их накладываю. Надо будет поэкспериментировать. Что по поводу маски? Все супер. Очень люблю тканевые маски, они дают такой классный эффект. Лицо выглядит так, как будто бы, ну, 5 дней, недельку отдохнули на каких-нибудь местах, где приятный свежий воздух, где нет кучи сообщений, раздражающих эффектов. То есть она реально делает лицо каким-то вот прям молодым, свежим, напитанным. Особенно если кожа обезвоженная, то маска, она прям делает реанимацию, как будто в кожу прям впрыснули струю свежей воды, вот так вот скажем. Поэтому маски берите, на этом не нужно экономить, то есть на своем лице экономить нельзя. Так говорит моя знакомая, ей 72 года, я думаю, она знает, что говорит. Она, кстати, вот выписывает частенько Novage. Итак, это маска, это лопаточка, то есть она здесь прям, смотрите, в натуральную величину выложена. Смотрите, какая она классная, качественная. Вот такая она обалденная, очень удобная. И за счет ее формы она подлазит любые уголочки, где складки, там нос вот переходит в лицо. То есть маску очень удобно носить этой лопаточкой, и я ни секунды прям не пожалела, что ее заказала, хотя сначала сопротивлялась, потом думаю, да надо взять, и вот она мне очень нравится, я прям ее обожаю. Это маска ночная Novage. Что она делает? Ее нужно нести на ночь через несколько минут после ночного крема, то есть сначала ночной крем, потом сверху маску. Перед ночным кремом можно сыворотку, ну, можно не наносить, потому что маска очень питательная. Вот такая вот она белая, как и на картинке. Эффект крутой, прямо очень заметный эффект. Лицо утром просто розовенькое, такое классное, вот как от тканевой маски, например, да, то есть все маски очень работают классно, даже не сомневайтесь, и в этом каталоге на нее большая скидка, я думаю, стоит брать. Но у меня она прям новенькая, и в запасе есть одна маска. Я то, что мне нравится, я всегда стараюсь брать, когда самые выгодные предложения, я не экономлю, беру 1-2 варианта. Так, маска увлажняющая для всех типов кожи. Такая масочка у меня была. Она ягодная, есть легкий-легкий аромат, не сильный. То есть я бы хотела, чтобы прям вот ягодами пахло на всю комнату. Такого нет. Но легкий аромат есть от нее. Эффект напитанности кожи, увлажнения тоже есть. И у нее такая классная цена, поэтому надо брать. Единственное, что вы больше любите, маску в баночке или маску в тюбике. Просто я больше люблю тюбики или все, что с дозаторами. Но эта масочка, она очень достойная. С этой стороны у нас маска Eco Beauty. Брала такую 2 или 3 раза. Она на лице прям вот такая вот. Сначала наносишь красную, потом она высыхает и становится беленькая. Ну, такая светлая. Она очень хорошо очищает. У меня просто дочка от нее без ума. Но маска не дешевая, я бы так сказала, но она стоит этих денег. И вот с такой скидкой, пожалуй, можно прям смело заказывать. Либо, когда она без акции, использовать 50% скидку, чтобы тоже побольше сэкономить. Очень классная маска. Так, здесь маска против черных точек. Я не пользовалась, но у меня ее дочка периодически, я беру, она ей пользуется, ей нравится. А здесь маска пленка, вот она, та самая маска пленка, черная, черная. Она вот прям как на картинке, вот на девушке, она становится именно такой черной. Вот вам видно капля, видите, черная. Новую масочку достала, как раз ее в ванну поставлю. Она просто невероятная. Это маска пленка. Ее наносим таким не слишком толстым слоем, но и не слишком тонким. То есть что-то такое, знаете, вот среднее, чтобы было комфортно. Она высыхает примерно в течение 20 минут. Можно даже до 30 ее держать.
и потом она просто снимается по массажным линиям, также снизу вверх снимаем, чтобы она забрала с собой всю грязь, мертвые клетки, поры почистила. С первого раза она, может быть, все поры и не почистит. И рекомендуется носить эту маску тоже на распаренное лицо, то есть сначала мочим полотенчик или салфетку в горячей воде, прикладываем на лицо, то есть помогаем лицу разогреться, и потом сразу наносим эту маску. Вот тогда будет эффективнее. Пробуйте, обалденная маска, очень рекомендую, себе беру ее уже не первый раз. Ой, ну рай масочный продолжается, сейчас я вам покажу всю свою красоту. Раз, два, три. Вот они, все три маски. Вот эти, кстати, заканчиваются практически. Вот такая у меня есть в запасе, а вот эта у нас очень быстро уходит, она нравится и дочке, и мне, я ее обожаю, она тоже с согревающим эффектом. Чего, Боксюнь? Пришел свое веское слово сказать. Согревающим эффектом, очень хорошо питает кожу, я ее просто обожаю. Это маска, маска-скраб, и вот эта маска-скраб, две. С кокос и алоэ, чайное дерево и лайм. Их можно использовать и как скраб, то есть быстренько на очищенную кожу, на мокренькую нанесли, помассировали, смыли. А можно как маска. Вот эту с чайным деревом я больше люблю использовать как маска. Она эффективнее, у нее просто после нее такая кожа гладкая, такая классная. Ну вот сказать, что сушит, я не почувствовала, хотя она для жирной кожи. У меня кожа нормальная, ну, может быть, местами комбинированная, но сухости нет абсолютно. То есть сразу потом, как обычно, лицо тоником протираем, наносим крем, все шикарно просто. Вот я рекомендую все три, потому что они все классные. Вообще, масок много не бывает. Я маски делаю часто, меня спрашивают, как часто делаешь? Ну, 2-3 раза в неделю я периодически то одну, то другую, то эту, то ту. Вчера я делала увлажняющую маску, вот эту как раз делала. Мне очень она нравится. Так, тканевые маски обновляющие, антиоксидантные. Тоже брала, обе нравятся. Я не могу сказать, что они там хуже, чем маски NovAge или лучше. Они мне все устраивают, и все они эффективны. Эти очень приятные масочки, в них так много внутри и в тех и других жидкости, что я маску с лица перекладываю, увлажняю опять ее этой жидкостью, перекладываю на декольте. То есть шея, декольте тоже у меня в этой масочке я сижу, и потом все это, ну, классно, классно все разглаживается, ощущение такое приятное, мягкости, красоты. И вот лучше тканевую маску вот так делать. Лежа все-таки, не бегать с ней, потому что все равно она немножко отваливается. Мне не очень удобно. Я предпочитаю лечь, полежать. Во-первых, можно классно помедитировать в это время, отдохнуть или полежать, вот, почитать. То есть лучше она сработает, чем вы бегаете, ее постоянно поправляете и так далее, и так далее. Ой, ну эта страничка меня вот просто сводит с ума. Закажу все. Обожаю все, что касается волос, а тем более это банан, это авокадо и мои любимые манго. Боже, как я манго люблю, вы не представляете. Именно такие вот, те, которые покупаешь не в российских магазинах, а когда там, за границей. Боже, они так пахнут, какие вкусненькие. Вот возьму все. Буду каждый раз делать разные маски и балдеть. Видите, сос для волос, маски-смузи, питательная маска, восстанавливающая маска. И все это такое прям аппетитное-аппетитное. Я думаю, что это и классный, и крутой подарок клиентам. Это лучше, мне кажется, чем кусочек мыла. Это так нарядно и красиво. Все просто будут облизываться от этих запахов. И я уверена, что она будет очень эффективна. Итак, началась коллекция ароматов. Я никогда не заостряю внимание на ароматах, потому что вы же понимаете, то, что нравится мне и вызывает во мне дикий восторг, оно может вам совсем не понравиться. Поэтому покупайте всегда тестеры. Даже вот то, что здесь намек на страничке, его можно, конечно, вот поймать какие-то нотки аромата, но полностью вы его все равно не прочувствуете. Поэтому не скупитесь, заказывайте пробники на все ароматы, какие доступны. Что по этому аромату могу сказать? Он действительно очень сексуальный, он действительно не оставляет равнодушными. И помимо его красивой вот внешней упаковки, он внутри действительно очень крутой. Этот аромат стойкий, он заводит,
Он создает настроение, его приятно вдыхать. То есть у меня был такой аромат, я им пользовалась с огромным удовольствием. Есть у меня постоянные клиенты на него. Аромат Miss Giordani Intense. Вот честное слово, я в него влюблена, я его себе заказывала. Ой, балдею от него. Может, повторить? Наверное, повторить нужно, потому что я прям скучаю по нему. Я его себе заказала, я им попользовалась 2 или 3 раза. Пришла к клиентке, она говорит: слушай, что за аромат, дай понюхать. Я сбегала домой, потому что это прям вот через дорогу. Приношу ей, она нюхает, говорит: слушай, кайф, какой классный. Я говорю: да, заказать. Она: а сколько он стоит? Я говорю: ну он как раз это был где-то в эти же деньги. Она просто достает деньги, забирает аромат и говорит: до свидания. Я говорю: Лен, так не пойдет. Это мой аромат, я тебе новый получу. Она: ага, а вдруг его на складе не будет? Нет, 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 я забираю, ты как хочешь. Знаете, я его не стала заказывать, думаю, да ладно, ну у меня так их много, ну попробовала и ладно. Честно, я так потом жалела, и его не было больше в каталогу, поэтому, наверное, надо повторить, потому что это вот любовь с первого взгляда. Это знаменитая Экла. Вот мой Монпарфа же правильно, да, читается? Да, Экла Монпарфа. Я его обожаю. Обожаю. Вот когда я с ним выхожу, и вы видите, что я им пользуюсь, да, достаточно часто, учитывая, что у меня их там штук 30, а этот уже прям чуть ли не до половины использован. Вот когда я с ним выхожу, настроение у меня вообще, как будто я супер женщина. Он меня вдохновляет, и я прям чувствую себя с ним какой-то красивой, возвышенной, такой дорогой женщиной. И я всегда с ним получаю массу любопытных вопросов. А чем от вас пахнет? То есть, когда незнакомые люди решаются задать вопрос, это говорит о том, что реально аромат понравился. Потому что не каждый решится вот так вот просто взять и спросить. Каждый раз меня спрашивают, что это за аромат. У меня даже появились новые клиенты благодаря вот этому аромату. Потому что я сразу начинаю общаться, достаю из сумки каталог, обмениваюсь контактами, узнаю, есть консультант, нет консультанта своего, чтобы заказать. Вот, говорю, что он сейчас без скидки, я вам поймаю его со скидкой, как будет, позвоню, напишу. То есть вот я люблю такие ароматы, которые вдохновляют и меня, и окружающих, и они совпадают вот вообще со всем внешним миром. Вот Экла Феми, я его раньше очень любила, я его заказывала 3, может, 4 раза подряд, когда он еще был просто Экла, потом его чуть-чуть видоизменили, он становится каждый раз еще лучше и лучше. Мне просто поднадоел, правда, столько новых ароматов, но периодически я и с пробничкой им пользуюсь. Ах, какой же он классный! Это классика. Классика, можно и на праздник, можно и на работу, и он тоже не скажу, что он такой вот обыденный. Нет, он очень заметный, яркий, интересный аромат. Так, Divine, наверное, вам интересно, да? Divine Royale, вот эта вся коллекция, я все-таки его себе взяла, думала, думала. Вот когда он шел у нас по акции, я его как раз получила в наборе. Смотрите, всем пользуюсь. Обалденный лосьон для тела. Просто шикарный, густой, вкусный лосьонище. Просто вот обалденный такой вот. Пахнет классно. Вот, обалденный крем для душа. Все это как красиво выглядит. Вот смотришь на это и радуешься. Все-таки это, ну, прям вау, праздник. Да, если сравнить, например, с этим гелем. Ну, этот, конечно, попроще выглядит, этот более нарядный, и сразу все обращают внимание, когда подружки приходят в ванну, всех завожу, хвалюсь, что у меня есть, даю все понюхать, все сразу: о, это что такое, это тоже Oriflame? Потому что тут как-то в Oriflame привычные вот такие простые упаковки, такие вот, ну, обычные, ближе к природе, а когда что-то такое нарядненькое, уже кажется, что я изменяю Oriflame. Нет, не изменяю, я в Oriflame все беру, мне все очень нравится, и аромат мне тоже нравится. Я думала, что он будет более приторный, навязчивый. Нет, он очень нежный, несмотря на то, что в нем восточные вот эти нотки присутствуют, да, он цветочный, древесный, там, но он очень вкусненько пахнет и нежный, то есть он не вызывает такого вот, ну, надоедливости, какой-то при липчивости, классный. Вот эти ароматы не знаю, ни разу не заказывала, ну, по пробникам они мне не подходят, а там уж не знаю. Обалденный Love Potion Secrets, просто обалденный, это бомбический аромат, самый лучший, мне кажется. Вот, ну, он больше подходит молодым девушкам, потому что здесь все беленькое, клубничка, белый шоколад, мне кажется, там ваниль еще есть, ну, он просто необыкновенный. Энигма, на мой взгляд, он такой вот сладкий,
Сладкий для взросленьких девушек, таких загадочных. Ну, это все пробуйте, пробуйте. Вот что хотела сказать, мне, кстати, вот этот аромат удивил. Я про него думала почему-то, что он совсем какой-то вот взрослый, такой женственный. А потом я его понюхала еще раз, спустя, наверное, пару лет, и обалдела, что он такой вот, он из той породы, где Эклам Мадемуазель, вот примерно вот такой вот. То есть в нем весенние ноты звучат. Понимаете, да, тут малина, белая роза. Роза так явно не чувствуется. Я бы сказала, что что-то нотки какие-то, каких-то цветов белых. Но я не подумала бы, что это белая роза. Обалденный аромат, вот прям реально обратите на него внимание. Очень рекомендую брать аромат и дезодорант с этим же, ну, то есть из этой же серии, чтобы усиливать аромат и продлевать его стойкость. Так, здесь у нас все. Так, смотрите, часики тикают. Глейшер уходит, какой кошмар, этого быть не может, даже поверить не могу. Вот этот набор потрясающий, он, правда, здесь без скидки, но все равно это хорошая цена за такой набор. Это какой-то кошмар, как мы будем без глейшера жить? Я даже не представляю, потому что его любят очень многие люди. Так, мужское пропускаю, очень нравятся вот эти. Я больше люблю как бы ароматы свежие. Может быть, даже с некоторыми какими-то такими нотками унисекс, что непонятно, мужской, женский. Очень классный аромат. Сейчас нет, вот который сейчас Миша беру, взяли серенький, тоже Legend, очень нравится, прям супер. Так, мужские аксессуары, кстати, даже на картинке выглядит как-то прям не очень. За 1000 рублей какая-то тряпочная сумка. Ну, может быть, это, конечно, ну, кому-то прикольно, но я не люблю. Мне кажется, аксессуары, у мужчин тем более, их так мало аксессуаров. Мне кажется, они должны выглядеть, ну, как-то стильнее, дороже, эффектнее. Не хочу смотреть. Так, дальше. О, вот это бомба! Смотрите, маленькая-маленькая картинка, но это просто мочалка, про которую Миша сказал. Это лучшая мочалка, которую я пробовала в своей жизни. И она нереально крутая. Вот прям рекомендую, берите, не пожалеете. Она, ей, мне кажется, сносу не будет, и вы будете всю жизнь от нее балдеть просто. Ну, с NovAge все понятно, ухаживаем за мужчинами, балуем их. Так, помады. Давайте посмотрим, что у меня из этой серии есть. Giordani я люблю. Икона стиля у меня два оттенка. Сейчас покажу, какие, чтобы вы понимали. А, так, золотистый медный, вот он такой, на картинке другой, а на руке покажу, вот он какой, как и на картинке практически. Шикарная помада, мягкая, приятная, просто невероятная. Так, вторая у меня девяточка, где девятку ищем, 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 ищем. Вот, классический розовый, прям рядом было. И классический розовый, очень красивый цвет. То есть он прям не розовый Барби, а нормальный розовый цвет. Прям нормальный такой. Потому что розовый Барби, он редко кому подходит. И он как бы очень обязывает. А это нормальный розовый цвет. Шикарная помада. Так, дальше. Очень хорошие карандаши в серии Giordani Gold. И здесь есть какая-то специальная цена. Ага, если вы берете тушь 38 960, это супер тушь для ресниц. Это что, новинка? Ух ты! То карандаш всего за 179 рублей. Очень хорошее предложение. Если вам нужна тушь, берите. И карандаш берите, он отличный. Все карандаши Giordani обожаю. Гелевая подводка. Я взяла вам по ее показать. Вот такой огромной банки. Смотрите, сколько я использовала. Я и пользуюсь уже второй год. Или, я не знаю, с момента, как она вышла. Я купила специальную кисточку для нее. Вот вы видите, вот такая она с изломом. Очень удобно. И она прекрасно красит. Вот так вот. Мягко ложится, стойкая. Она не смывается слезами и так далее. Она очень хорошо лежит. Она не растрескивается. У меня к ней никаких претензий нет. Единственное, периодически нужно кисточку мыть или сразу салфеточкой вытирать. То есть черная, хорошая, очень удобная кисть. Вот с этим изломом она невероятно классно работает. Но подводка, наверное, никогда не закончится. И что меня радует, она не сохнет. То есть вот я ей не пользуюсь, а она не высохла. Как ни странно, хотя я ее вот открываю. У нее очень маленький расход, хватит ее на миллион лет. Поэтому если вы красите подводкой, пользуетесь, то вот она вам как раз и нужна. Можно,
тоненькую линию более сделать. Ну, я уже много набрала, немножко неудобно. Вот. Ну, главное, впечатление у вас появилось, какая она. Сейчас она чуть-чуть подсохнет. Я вам покажу. Даже вот, я только нанесла, вот я ее тру. Видите, она чуть-чуть размазывается, но я прям ее тру хорошо, вот я с нажимом. А если ей дать постоять хорошенько, вот пусть она подсохнет, если я вспомню, я потом еще ее потру в конце видео. Вы сами все поймете. Так, вот этот карандаш мне не понравился, но это не значит, что он не понравится вам. Просто немножко приспособиться надо к стержню, он как бы скошенный и сплющенный, поэтому надо искать вот этот наклон. А вот подводка жидкая нереально крутая, очень удобная кисть. И когда у меня закончится моя жидкая подводка, потому что я не могу вот этой долго пользоваться, она мне надоедает, и я все-таки пользуюсь опять потом жидкой. И я закажу обязательно эту, она лучшая, вообще просто невероятно классная. Так, здесь у нас шелковая тональная основа флюид, покажу. Сейчас я ее взболтыхаю. Вот, она с пипеткой. Абсолютно неудобно то, что вот это надо открывать. Все вокруг грязное. Потом ее нужно нанести вот так на руку. Ой-ой-ой-ой. Закрыть быстро. С руки мы берем ее кистью. Но я кисть не взяла. Очень, кстати, удобная кисть. И начинаем наносить. И салфетки я не взяла. Какая я молодец. Значит, я сейчас вся буду в тональной основе. Она, конечно, классная. Она сразу становится пудрой. Вот сейчас чуть-чуть полежит. Она высохнет, становится пудрой, прекрасно перекрывает все неровности, там маскирует отлично. Ну, единственное, может, в порах чуть-чуть соберется. Главное, с ней не переборщить, ее надо наносить тоненьким слоем, и она прекрасно ложится. Если вы праймер нанесете, то будет еще лучше. Классные оттенки, кстати, какой я оттенок использовала, я вам скажу, вдруг он вам понравился. 920, а где он у нас? Это фарфоровый. Вот он фарфоровый, и он потихонечку сейчас сольется с цветом кожи, исчезнет. Я просто толстый прям слой нанесла, большую каплю капнула. Вот, вот она. И эффект сразу холености, шелковистости, бархатистости. Все, все вместе, мне нравится. Так, далее помада. Помада антивозрастная Giordani Gold Master Creation. Вот мой цвет, сейчас скажу, как называется. Ищем, ищем, ищем. А что? Королевский янтарь. Вот он, королевский янтарь. Сейчас показываю. Чуть-чуть закручу. О, смотрите, какой цвет. Какая она вообще плотная, красивая. Губы не утяжеляет. Не вообще, вот, вот кайф. А цвет какой? Тоже часто, когда с ней хожу, часто спрашивают: ой, а что у тебя за помада? Ну, она дороговатенькая, но все равно заказывают. У меня сейчас клиентка как раз ждет скидку на эту помаду. И она... прям обрадовалась, когда я сказала, что это помада со скидкой. И вот тюбик, кстати, я им уже не пользуюсь, хотя у меня чуть-чуть там оставалось, просто он уже старенький стал, но я его не выкинула, чтобы показать, что здесь прикольная вот эта губка, ей так замечательно носить вот на губы этот бальзам, и он пахнет ванилью, и если вас устраивает цена, берите смело, невероятно крутая штука. Вот, ой, даже уже... так давно лежит, все равно пахнет ванилью. Шикарная вещь, увлажняет губы, выглядит потрясающе на губах, очень красиво. Так, дальше что-то я здесь ничего не пропустила со скидками. О, тени со скидкой. Так, ладно, у меня их нет. Поехали дальше. О, я отложила эту тональную основу, я ей красилась и забыла положить ее обратно. Окей, про эту тональную основу Everlasting Sync Зевановская, про нее есть отдельных два видеоролика на моем канале. Откройте, посмотрите, все выкраски есть. Тон у меня сейчас на лице холодный розовый я себе заказала. Хотя на картинке здесь холодный фарфор выглядит розовее. Отличный тон. Мне, я прям уверена на 100%, что с ним моя кожа выглядит моложе. Потому что это видно и по фотографиям, и по видео, и по отражению в зеркале, и по реакции окружающих. Да, стали говорить комплименты. Девчонки некоторые говорят: так, ты че? Ты че, что-нибудь наколола в лицо себе? Я говорю: нет, а что? Ну, как-то хорошо выглядишь. Я говорю: а до этого что, плохо? Нет, нормально. То есть люди замечают, что лицо другое.
И это очень хорошо, потому что в ней все это прописано, то что она должна сделать все это с нашим лицом. То есть она адаптивная, подстраивается к коже и так далее, и так далее. Поэтому берем. А здесь у нас какая-то новинка, смотрите, что-то здесь рекламирует. Ограниченный выпуск. При заказе тональной основы вот этот вот новый красивый спонж. Силиконовая сторона для нанесения тональной основы. О, мягкая сторона для растушевки. Слушайте, но он идет в подарок, и кому-то очень повезет, конечно. Ну, окей, я буду только рада за вас. Далее. Тоже не взяла показать. А почему? Интересно, почему же я их отложила? Красилась и по инерции просто бросила обратно в косметичку. Обожаю вот эти маскирующие средства. Обожаю. Смотрите, розовеньким я крашу. Сейчас покажу, где. Вот в этих местах, вот где синячок, видите, у нее прямо прослеживается, что там венка проходит. Тут самая глубокая часть, и туда падает тень, и тень падает под, ну, под, на нижнее веко. И получается ощущение, как будто синячки под глазами. Поэтому надо просто перекрыть вот эту вот венку, вот с этой стороны, именно розовым цветом. Потому что синяя перекрывает розовый. Если на лице есть какая-то пигментация, вы берете вот этот бежевый. И пудрой сверху можно припудрить. Но я почему-то пудрой не пользуюсь. Мне она не зашла. База под макияж. Она абсолютно белая и перламутровая. То есть там частички сияющие, и когда сверху наносишь тон, то выглядит, как будто лицо вот просто праймером все подсвеченное, все сияет, лицо такое необыкновенное, но на каждый день нет. Я бы не стала на каждый день, а вот куда-то праздничный макияж, какой-то такой эффектный, выразительный, или местами, например, где должен быть хайлайтер, нанести вот эту вот на переносицу, там над губкой, а сверху тон, вот он будет изнутри подсвечивать. А Z-крем... Да, я ему скажу да, потому что, во-первых, выгодное предложение, наверное, его хотят убрать, может быть, из коллекции, почему такая большая скидка, спонжи хорошие, да, тон очень классный, можно брать смело. Так, компактная пудра без скидки, окей, а у меня как раз именно такая, я вам взяла показать, какая упаковка, у меня какой-то он 13, да, вот моя пудра, я просто хочу показать, что вот так будет выглядеть коробочка, только здесь более такой серый цвет, а это синий какой-то. То есть коробочка очень простенькая, зеркало внутри есть, спонж есть, пудра классная, я вот пользуюсь просто компактной, а здесь у нас матирующая, то есть к лету нас готовят уже, чтобы мы могли все жирненькое примаскировать. Кремовый хайлайтер, да, тоже да, обожаю его, просто обожаю, смотрите, какой он красавчик. У него, вот видно, должно быть прям видно, розовый цвет, и я его кладу вот на тон, видите, тон высох, стал абсолютно матовым, гладким, такой вот просто красивый цвет. Сверху наношу хайлайтер немножко, растушевываем и добавляем в нужные места чуть-чуть сияния. И вот он такой розовенький, ну не знаю, передает камера или нет, но просто поверьте на слово, что он красиво смотрится. И вот из-за того, что нет желтизны, а именно вот такой розоватенький подтон, он освежает лицо и очень надолго хватает. Вот у меня он уже 2 года, а его все никак не могу, ну второй год не могу использовать. Так, консилер нет у меня его, не знаю, не могу сказать, хороший он или нет, но хвалит. Зато у меня есть трафарет, вот покажу трафарет. Ну да, когда я его только получила, я им пользовалась каждый день, я брала и красила вот этой гелевой подводкой, обалденно удобно. Кстати, где кисточка, где кисточка, верните кисточку. Я брала, как же мне вам показать, ну вот так попробуем как-нибудь, не получится, наверное. Ну то есть удобно, как по линеечке берешь вот так вот, ага, все сдвинула и красишь, то есть прокрасила вот так вот, положила, например, куда мне надо стрелочку, и вот так раз провела, и потом тут соединила, положила куда мне надо направление, задала, раз провела, соединила, потом подкрасила. Очень удобная штучка, маленькая, гибкая, легко помыть, постирать, обалдеть, просто какая хорошая штучка. Ну, если любите такие штуки, берите. Но я говорю, я вот первое время попользовалась и забросила. Вот сейчас вам показала, хочется опять сделать такие стрелочки, потому что они получаются такие аккуратненькие, такие прям идеальные, что ну нет слов. Так, теперь подводка. Вот он, ультрачерный маркер, подводка для глаз. Смотрите, у него очень толстый стержень. Я вам сравню его вот с этим маркером, который тоже в этом каталоге представлен.
Разница очевидная, да? Видите? Это такой тоненький идеальный, а это такой жирненький. Вот и стрелки им тоже неудобно красить. Где показываем? Вот тут давайте. То есть, чтобы нарисовать тоненькую стрелочку вдоль линии ресниц, просто, ну, просто нереально. А этим идеально просто вдоль линии ресниц красишь. Ну, он уже высох. Ну, надо понимать, что это лежат образцы, не выкидываю, просто чтобы вам показать, как это все выглядит. То есть, если вы любите толстенькие стрелочки, то лучше возьмите вот этот. Вот у меня еще коричневый этот есть, может, у него побольше жизни. Видите, как? У меня они очень быстро забиваются тенями, и я поэтому от них отказалась. Большой расход, получается, мне их постоянно приходится новые покупать, и я стала пользоваться подводками, потому что подводки теней не боятся. Так, такую не брала. Ну, по качеству супер, ничего не могу сказать, очень классно. Такие не брала ни разу, вообще не понимаю, как ими пользоваться. Извините, не знаю. Так, вот маркеры, я вам их показала. Они, кстати, без скидки, а я вам их тут нахваливаю. Так, карандаши. Да, карандаши мне очень нравятся. Именно вот эта серия. Смотрите, что должно быть в карандаше? Он должен быть достаточно мягкий, то есть он должен хорошо скользить по коже, и он должен хорошо тушеваться. То есть сверху мы тенями должны хорошо его растушевать. Давайте попробуем подводку. Ну, чуть-чуть растирается, но все равно она стойкая, все равно не сотрется. Так, карандаши и вот беленький у меня, черный и белый. Например, Smokey Eye сделать. Я этот карандаш даже использовала как корректор. Кое-где надо было подмазать, и я такая: «А-а-а, у меня же есть карандаш!» А корректора не было, и я им просто подмазала, очень, кстати, удобно. Карандаши суперские, а еще круче у нас точилка. Вот она, обалденная. Давайте покажу, потому что многие не знают, что она с секретом. Вот так легко она снимается. Два отверстия для маленьких, для толстеньких. Очень легко точит карандаши. Давайте я вам продемонстрирую. Смотрите, как идет. Ну, для того, чтобы точить, не надо снимать эту колпачок. Это я вам просто показала. И здесь есть секретная комната. Вот она, шпажка прячется. И мы этой шпажкой потом, когда нам нужно почистить, мы вытряхиваем в мусорку. А здесь, например, забился стерженечек. Он прилип. И мы этой вот шпажечкой аккуратненько все прочищаем. Освобождаем лезвие. Убираем ее в потайное место. Все закрываем и убираем. Так, отставлю пока в сторону. Потом все покажу. Классно. И видите, как точит? Нету занос. То есть чистое точение. И, кстати, когда точите карандаш, потом все равно пальцами пройдите. Не дай бог, какая-нибудь крупинка деревяшки осталась, и потом вам попадет в глаз. Это будет жутко неприятно. Царапать, там все раздражение, все. Надо заботиться о себе. Если не мы, то кто? Так, дальше карандаши. У меня один только представитель из этой серии. Это хрусталь. Кто бы сомневался, что я возьму его. Потому что он мне очень понравился на тест-драйве. Я в него влюбилась. Ну, не заказала. А потом думаю, да что же я на себе-то экономлю. Ну, если нравится, да возьми уже. И взяла. И я его очень люблю. Очень часто с ним делаю макияж. Практически каждый день. Чем он хорош? Его можно нанести прям вот на верхнее веко, а сверху сухими тенями растушевать. И он будет как база хорошая, подсветочку даст. Потом я очень люблю уголочки глаза им прокрашивать. Видите, он мягкий такой, он хороший, он лежит хорошо, прекрасно просто. Все с ним прекрасно. Поэтому можно смело заказывать и рекомендовать. Разочарований не будет. А вот для бровей, вот она моя штучка с секретным чемоданчиком внизу с двумя кисточками. Это просто фантастическая штучка. Смотрите, первая кисточка черная щетинка для теней. Если у вас брови черные, темные, берете только этот цвет. Если светлые, берете только этот. А если средний, то чуть-чуть здесь, и получается очень красивый результат. Вот такой вот, например. Если только черные, то вот потемнее. А если только светлые, то посветлее. То есть три оттенка. А вот в этом отсеке у нас воск. Для воска другая кисточка. Единственное, что он пачкается все равно, потому что по бровям проходим. Вот так мы снимаем. Вот для того, чтобы пройти сверху по волосикам, закрепить цвет, уложить брови, зафиксировать и придать блеск и ухоженность. Обалденная штука. Всего 319 рублей. Прям вот берите смело, на 2 года вы себе брови сделаете красивые. Пользоваться будете долго. На этой страничке покажу вам гель, кондиционер для бровей. Правда, он у меня уже маленечко, видите, серенький стал. Сначала он у вас будет кристально прозрачный.
И вот сейчас он уже такой серенький, я его уже не буду использовать, я его либо выкидываю, либо крашу им брови только. Потому что если в нем уже так много набралось теней с ресничек, да, я, например, накрасила сначала тенями, а потом им, это плохо. Лучше красить на чистые ресницы на ночь и с утра. Ну, вот у меня бывает, что я, а, надо накрасить, на него круче тушь ложится. Реснички действительно восстанавливаются, они становятся более темными, не выпадают. Это средство работает, проверено. У меня даже был случай, когда у подруги посыпались ресницы. Я ей говорю, да возьми ты наш вот этот. Она говорит, а что, помогает? Я говорю, ну попробуй, должно помочь. В результате она мне позвонила, сказала, Лиз, спасибо большое. Вот реально прям ресницы перестали сыпаться, а то я, говорит, думала, что уже лысые глаза будут. Так, тушь с экстремальным объемом. Смотрите, какая красавица, а? Бомбочка розовая, такая прям, ух, Барби, и золотыми буковками. Такая вот массивная кисть, вот кто любит пушистые кисти, не силиконовые, то есть она вся такая, видите, не силиконовая. Вот она будет вашей любимицей, хорошая тушь. Мне она, не могу сказать, что она мне идеально подошла, нет, все-таки я предпочитаю вот эту тушь 5 в 1, но для разнообразия, просто мне так нравилось, увидела и захотела, неплохая прям, реально. И есть люди, которые любят именно пушистую набивную кисть, вот это их вариант. А 5 в 1, 5 в 1 я вам не взяла, ну, я молодец, я ей покрасилась и поставила ее в свою баночку. Ладно, на слово поверьте мне, на слово, что эта тушь мега крутая, просто классная. И щипчики. Щипчиками пользуюсь не часто, но когда делаю основательный макияж и хочу выглядеть еще лучше, то я щипчиками подгибаю реснички, то есть их надо поднести к открытому глазу в открытом состоянии. Проводить между ними верхние ресницы, аккуратненько соединить и досчитать до 20, аккуратно отпустить и вынуть и сразу красить ресницы. Только на чистые сухие ресницы. Никаких сначала тушей, а потом подверну. Не надо, сломаете ресницы, испортите их. Так, что у нас здесь с помадами? Тоже есть что показать. Из серии The One Color Obsession у меня есть два оттенка. Мне очень нравится, что помада с прозрачными колпачками. Видно, какой цвет. Когда ищу помаду Giordani, у меня их штук больше 10 точно. Мне приходится открывать каждую практически, чтобы найти нужный оттенок. Здесь же сразу видно, что это, например, девяточка, это у нас земляничная полянка, а это у нас гранатовый браслет 62. Давайте пробовать. Гранатовый браслет наношу. Вот он, такой густой, хороший цвет. Помада красивая, на губах сразу заметно. Вот я часто пользуюсь земляничкой, и все сразу пишут, ой, какая у вас помада на видео. Вот она, девочки, берите, это прям огонь. Вот весна, лето, просто ходите, балдейте, кайфуйте, и осенью она будет классно, и зимой, и в любое время. Но вот именно вот такие солнечные сезоны, это прямо для нее идеальный вариант. Она и на губах классно лежит, и ей просто приятно пользоваться, и она и выглядит прикольно. То есть все в ней совпало, все меня устроило наконец-то. А вот эта помада ультракремовая, 5 в 1. Она достаточно плотненькая. Вот у меня есть оттенок, по-моему, шестерочка, восьмерочка на конце. Так, сейчас я попробую найти. Розовое дерево, вот она, да, восьмерочка. Покажу вам ее. Я не могу сказать, что она у меня в разряде любимец. Нет, ну мне с ней комфортно, когда я вниз крашу бальзам. Для меня она немножечко тяжеловатая. То есть их даже видно помады, что вот эти вот легкие, а это более плотная. Но тем не менее она не становится от этого хуже. Очень интересный цвет. Я ей часто крашу. То есть цвет такой благородный и на каждый день. А если контур сделать более четкий, то вообще классно. Кисточка для помады. Не заметила сразу, но она без скидки. Но кисть нужна все-таки для помады. Так, блески. Пишут все, что они не липкие. Может быть, правда, мне не с чем сравнивать, только с блесками Oriflame. Мне кажется, они все равно липкие. Давайте смотреть. У меня глянцевый бежевый, вот он. Но я их все равно люблю. Несмотря ни на что, что они, мне кажется, липкие, я их все равно обожаю. Вот он такой, смотрите. Цвет классный, губы тянутся к поцелую. Просто обалденный тоже. А, пахнет вкусно. А вот второй у меня сияющий розовый, вот этот цвет, вот он. Сейчас покажу, вот тут рядом. Он весь просто
А, на солнце весь сияет. Невероятно красивый, это энергоблеск прям такой вот. Я люблю их все равно, рекомендую всем, потому что они приятные. Липкость все равно будет, вот я прилипаю, но она комфортная, она как бы не мешает. Так, здесь у нас жидкая матовая, а у меня нет из этой серии ни одного оттенка, поэтому я пролистываю дальше. Матовые мне нравятся помады. Если вам интересно мое мнение по поводу качества, то мне нравятся матовые. У меня есть три матовых помады вот в таком вот же формате, именно жидкие. Я их все три обожаю. Одна у меня яркая, одна нежная нюдовая и одна темненькая такая кофейная, какао, по-моему. Так, что по поводу ухода за ногтями? Однозначно рекомендую пилку. Пилка — это наше все. Она очень удобная, четырехсторонняя. Лаки, красивейшие цвета. У меня на канале есть обзор этих лаков. Введите вот в поиск просто. Посмотрите выкраску, они все красивые. У них маленький объем, 5 миллилитров. С этими лаками есть отдельное видео на канале, свеженькие лаки. Корректор для лака, мне кажется, бесполезная достаточно штука. Я за все время, сколько он у меня уже, я не знаю, ну давно, полгода точно, я им пользовалась, может быть, парочку раз, а в основном я про него забываю. Очень мне нравится масло двухфазное, использую, а из этого я беру иногда вот против ломкости, но нравится мне больше. А что, нету больше ничего? Ну, должно быть еще фиолетовое. Ой, то есть с таким сиреневым тоном, укрепляющее средство. По поводу карандашей для глаз не понравились. Ни те, ни те. Мне кажется, они суховатые. И вот именно из этой серии он Color не понравился. Вот среди двухсторонних есть красивые оттенки. Так, а я вот не помню, какие я пробовала. Мне кажется, у меня есть на канале как раз вот. Нет, не из этой серии. Вот затрудняюсь, вот честное слово, поищите, прежде чем заказывать, отзывы. Потому что есть разница. Одно дело, когда я делаю тест-драйв, и один раз там на руке помазала, или там чуть-чуть под глазом подмалевала. А другое дело, когда вы возьмете карандаш и попользуетесь им основательно, день, два, три, и вы понимаете, что он не очень, да. Но вот я всегда смотрю, то есть если я вот про The One карандаши знаю точно, что они классные, что они и лежат хорошо, не растекаются, не плывут, и тушуются прекрасно, и служат долго. Это да. А вот эти мне даже на тест-драйве не очень понравились. Жидкая подводка тоже мне не зашла. У нее, получается, кончик гнется где-то вот от серединки, а вот это все жесткое, неудобно. Я не смогла к ней приспособиться. Я ее отдала подруге. За то, что я вижу, трафареты для бровей закажу обязательно. Я не знаю, зачем мне столько трафаретов, я кучу выписала с AliExpress. И мне там буквально более-менее два подошли, остальные все на выкид. Но здесь смотрю по форме, то что форма хорошая. Вот именно самые такие ходовые изгибы. И есть тонкий, потолще, потолще и совсем толстенький. То есть какой-то вот из этих вот мне должен подойти. Поэтому я все равно закажу. Очень люблю я, чтобы брови были эффектные, красивые. И хочется попробовать карандашик для бровей. Вот мне почему-то понравился этот светлый оттенок. Я посмотрю, может быть, нам их пришлют на тест-драйв, тогда я буду пробовать и говорить свой вердикт. По весу смотрю 1,25, то есть они небольшие карандашики. Ага, они будут не, ну, такого размера, не очень большого. Так, что здесь? Помады. Тоже ничего не скажу, потому что делала тест-драйв, понравился вот этот адаптивный блеск для губ. Кстати, он меняет цвет, это так забавно выглядит. Наносишь просто прозрачный, потом ту-ту-ту-ту-ту-ту, и становится такой яркий. Очень красиво. Пробовала все, естественно, но, что сказать, себе пока не выписывала. Кстати, вот бальзамчик интересный, оттеночный, он только еще пахнет вкусно. Так, туши. А, карандаши здесь еще. Карандаши такие тоже не брала. Нет здесь мне подходящего оттенка нужного, поэтому ничего не могу сказать по поводу них. И тушь мне такая тоже не подходит. Заказывают, берут, людям нравится. Но опять же, подошло, повезло, что могут себе такую недорогую тушь позволить. Так, здесь что нас ждет? Лак какой-то сияющий. Думаю, это красиво. Я, наверное, делала выкраску этих лаков. Посмотрите на канале, должны быть, потому что я помню эти тюбики. Так, здесь все у нас миленько, без скидок. Поехали дальше.
Да, ну, по поводу украшений, смотрите полный обзор. Вся коллекция практически есть на канале. Все рассказываю, показываю. Все можете найти и выбрать то, что нравится. Кстати, мне очень нравится вот эта сумка. У меня ее заказала клиентка. Сумка невероятно классная. И это мне понравилась сумочка. Вот и это понравилось. Все. Вот это мне нравится. Укрепляющее покрытие. Оно дорого, ну то есть не дешевая, скидка здесь маленькая, но вот его я беру постоянно, вот оно мне всем устраивает, очень нравится. Так, здесь у нас идет wellness, линейка wellness, это отдельная огромная тема для разговора. Что я люблю более всего? Нутрикомплекс пьем регулярно, эффективно, действительно волосы становятся лучше. Начали сейчас пить с дочкой вот этот вот пребиотик. Я про него посмотрела лекцию, целый вебинар от Натальи Раткевич. Я ошеломлена, что у нас такой продукт появился, и обязательно в нашей семье он должен быть, потому что это нужный продукт нам. Можно, знаете, батончики, как бы не супер важно баловство, да, вот наши wellness, а пребиотик очень нужен. Астаксантина сейчас назаказывала, чтобы поднять иммунитет. Обязательно wellness пэки. Иногда ем супчики, иногда у меня прям бывает такое, знаете, я их ем каждый день, потом у меня перерыв может быть месяц-два, потом я опять хочу этот супчик. То есть у меня так нахлынывает периодически. Очень люблю коктейль наш ванильный, самый любимый мой. Сейчас клубничный пьем. Так, детская, детская, все хорошо, обязательно деткам надо давать. Так, wellness, что здесь по поводу wellness? Ой, wellness, господи, королевский бархат, уже забалтываюсь с вами. Что можно сказать? Серия, наверное, легендарная, вот так вот. Она бесподобно выполнена по дизайну. Красивые флаконы, все так супер. У нее достаточно приемлемый ценник, то есть если ловить со скидками, в каждом каталоге бывает на 2-3 продукта скидки. И эта серия становится любимицей у женщин, потому что, например, если сравнивать с Novage, то Novage стоит где-то 2-3 раза дороже. А это уже не Optimals, это достойная, дорогая, с богатыми компонентами серия. Поэтому вот и рекомендуйте женщинам 40+, у кого уже идет там нехватка питания, обезвоженность кожи, появляются морщины заметные. Вот, пожалуйста, девочки, вот тут можно раскошелиться, как бы не экономить, потому что на Вейдж многие говорят не по карману. Слушайте, у нас вышла новинка, я ее не видела. Так, это, я, наверное, как-то пролистнула эту страничку. Матирующий гель для жирной проблемной кожи. Это как это? Давайте посмотрим вместе. Используй каждое утро и вечер по мере необходимости, сразу же после умывания 2-4 капли. Затем продолжи свой обычный уход. Гель можно нанести повторно прямо на макияж, если чувствуешь, что в течение дня кожа вновь начинает блестеть. Это что-то вообще фантастическое для всех возрастов, для проблемной кожи. Так, ну, девчонки, у кого жирная кожа, по-моему, для вас что-то выпустили фантастическое. Классно. Но ценник, ого-го, за 15 миллилитров больше 1000. Обалдеть. Ну, не знаю, будем слушать отзывы. А это мой любимый Novage коллаген. Если вам интересно, я вот именно этой серией пользуюсь. А это моя любимая серия. Просто ее обожаю. Или периодически беру Ultimate Lift. То есть я или ту, но просто это подороже получается. Но я использую 50% скидки и крема периодически меняю, чтобы коже как-то вот разнообразие ей давать, вносить. И она очень эффективная. То есть, если вы хотите действительно результата от применения к серии, то возьмите Novage. Потому что результат у всех есть. Ну, может быть, конечно, не у всех, но это будет странно, что у человека нет результата. Так, что нас здесь ждет? Антивозрастной крем для рук. Да, кстати, пользуюсь. И у меня, кстати, пигментация-то практически вся ушла. Вы видите? Тут я замазала тоном, меня кот, ваш любимый кот меня разодрал, я с ним бесилась, он мне всю в кровь просто руку порвал, и вот я ее сейчас подлечила чайным деревом и сверху тоном замазала, чтобы вас не раздражать этими царапками ужасными. Мультифункциональный защитный крем для лица с SPF 50. Ох, очень хорошая цена у меня, кстати, подруга одна всегда его заказывает, надо ей будет показать. Эко Бьюти. Если вам интересно мое мнение, то эта серия очень классная. Да.
Я ей скажу да, потому что она, ну, вообще, я не видела в других компаниях аналогов. На 95% натуральная, полная серия, такая разнообразная, что в ней даже есть и масло питательное для лица. Супер. А по поводу аппарата Skin Pro Sonic 3 в одном. Только дифирамбы могу петь. Моя любимая насадка массажная. Я практически ей регулярно пользуюсь. Реже я использую отшелушивание, потому что мне хватает всех вот этих наших скрабов, масок и так далее. И редко очищение. Ну, просто потому что лень. А вот массаж я делаю, потому что я вижу, как вот кровь приливает. Особенно это видно, когда по губам так массажной насадочкой пройдешь, и они сразу такие красненькие становятся, такие пухленькие. И я сразу вижу, ого, как работает классная насадка. Обалдеть просто. Так, серия Optimals. Ой, это у меня есть кремик. Optimals для глаз. Да, здесь все для глаз. Смотрите, чем этот крем хорош? То, что в нем содержится экстракт очанки, он почти заканчивается, который чудесно снимает отечность. И если я утром просыпаюсь и вижу, что у меня мешочки под глазами пухленькие, я не пользуюсь своим коллагеном, я беру у дочки Optimals, это ее крем. Если я чувствую, что у меня хочет вылезти воспаление на губе в виде герпеса, иногда бывает, я пользуюсь вот этим средством, потому что оно сразу снимает отечность и никакого нет вот этого ужаса, как обычно, связанного с герпесом. То есть реально работает, а кофеин убирает темные круги под глазами. Супер просто. Так, дальше серия осветляющая. Работает ли она? Да. Да, работает. Смело берите, смело рекомендуйте. Уходят веснушки, уходят пигменты. Очень классное осветление. Но брать надо когда? Не когда солнце активное жарит или вы собираетесь ехать на отдых на пляж. Лучше делать вот в те сезоны, когда солнце менее активное, вы меньше бываете на воздухе. И, конечно, сверху желательно, помимо вот SPF 20, еще тональную основу с хорошим ультрафильтром нанести, чтобы защитить как можно больше от появления новых пигментаций. Ну и, соответственно, когда загораете, я думаю, сейчас мы доходим как раз к этой части, когда загар, да, у нас появляется возможность побольше поваляться на солнце. Вот у нас вышла новая серия, мне уже нравится дизайн. Давайте посмотрим, что нас ждет. Нас ждет солнцезащитный спрей. Ура! Как я люблю все в спреях. Это круто. Это лучше, чем крема. По-моему, меньше расход. Приятнее носить. Ого, SPF 50. Солнцезащитный крем для чувствительной кожи. SPF 50. Супер! И детский солнцезащитный крем для лица и тела. Прекрасно. Вся семья будет защищена. Так, что здесь нас ждет? О, у нас раньше был такой карандаш. Это стик. Он такой, знаете, как местами, на самые выпуклые места, на нос, на вот эти щеки, которые выпирают, подбородок, то, что быстро сгорает, можно нанести дополнительно такую защиту. А здесь у нас лосьон для лица и тела с SPF 30. И все, и все. То есть маленьких SPF больше не будет, что ли? Ага-хо, смотрите, значит, больше требования стали, что надо активнее защищаться. Окей. Что по поводу автозагара? Все хорошо. Вот, этот автозагар является нашим проводником из весны в лето, потому что очень удобно его распылить на очень хорошо очищенную, отскрабированную, отпеленгованную кожу. Просто быстро растерли, ладошки помыли, дали ему быстренько впитаться, ну, буквально там минут 20-30, он по сравнению с предыдущими его аналогами, не надо там часто ходить голой, достаточно буквально он моментально высыхает и можно одеваться, следов на одежде не остается, проверено. Это мой не первый флакончик, поверьте мне. Какой загар? Натуральный. То есть он прям смотрится бронзовым, естественным загаром. Но растушевать надо хорошо, чтобы не было эффекта зебры. И новинка желе для лица и тела после загара. Боже мой, как выглядит красиво, как медуза прям. Ой, мне нравится. Мне все понравилось. Так, далее. Смягчашки. Я их так называю. Это специальное смягчающее средство. У меня есть обычное, с которого началась история Oriflame. Посмотрите, его ни капельки не изменили. Тот же самый логотип.
И он абсолютно без аромата. То есть это просто прозрачное смягчающее средство, которое прекрасно смягчает что? Кутикулы, губы, локти, колени, пятки, то есть все, что сухое, болячки убрать. Там я даже знаю, что можно вокруг глаз, когда у меня большая сухость, я делаю тут масочку вокруг глаз. А это с эквадорской розы, с маслом эквадорская роза. Выглядит, конечно, сногсшибательно, вот этот все перламутр всех слепит просто. Тоже прозрачная, но пахнет эквадорской розой. При том, что пахнет вкусно, не резкий аромат. Ну, естественно, вот этот без запахов, простой, я использую на ногах, а этот все, что выше талии. Локти, да, там, где приятно, хочется кутикулы, губы я им мажу. Я его, видите, я его берегу, потому что оно дорогое. Такое смягчающее средство обычно у нас по 89 рублей бывает в распродажах. Так, дальше серия Essentials. Кстати, ее полюбили почему-то мои все взросленькие клиентки. Особенно вот эту большую банку берут все банками. По две штуки в руки. Очень классно. А вот бальзам мне почему-то не подошел. У меня от него стали как-то облазить губы, я бы так сказала. Может быть, это, конечно, совпадение. Я его отдала дочке. Она говорит: мам, у меня все нормально. Но у меня как-то с ним связались не очень понятные впечатления, поэтому я думаю, да ну его, у меня столько бальзамов, зачем мне это нужно? Так, дальше, что здесь все без скидок, пропускаем деликатно. Вау, вот она, эта волшебная коробочка с волшебными тюбиками. Это мои тюбики, у меня осталось два, потому что третий у меня теперь живет у дочки, потому что он розовый. А она у меня любит все розовое. А у меня остался жасмин и сирень. Ну что сказать? Ну, во-первых, дизайн. Такого я еще нигде не видела. Мне очень понравилось. Маленькие тюбики, как акварельки. Где помазать, уже не знаю. Давайте вот на этой руке помажу. Вот тут. Вот он. Чтобы вы поняли, какая консистенция. Вот он такой. Такой. А, аромат сразу потек, везде полился. Обалденный, прям как будто я стою рядом с кустом сирени. Или мимо него прошла, и все, теперь супер, очень мне нравится. И я их, конечно, взяла для выпендрежа, если честно, для того, чтобы всех сводить с ума. Потому что когда их достаешь, все сразу: а что это? Ну, это Oriflame, ну что вы не знали. Поэтому вот берите смело, это шикарный презент. Знаете, за 300 рублей там с копейками кому-то сделать такой подарочек. Мало ли, да, кому-то там, воспитателю, в учителю, в больницу пошли. Ну что-то, не шоколадку же дарить, а вот можно или целый наборчик, или один подарить. Это будет настолько эффектно и необычно, что любая женщина растает от восторга. Так, по поводу этой серии у меня никакой информации нет. Никакой. Я не пользуюсь укладочными средствами. Я не пробовала эти средства, нам их не привозили на тестирование, поэтому перелистываю страничку с сожалением, что мне нечего о них сказать, кроме того, что очень красиво, очень красиво. И здесь все есть для того, чтобы сделать волосы красивые, уложенные, эффектные. Все есть. И все предыдущие серии, которые я пробовала, они работающие, укладка держится классно, все хорошо. Так, что здесь? Эта серия стимулятор роста волос. Есть тоник, который нужно использовать желательно утром и вечером, его смывать не нужно. Есть шампунь и есть средство для придания объема. Вот, кстати, у меня из старой коллекции вот это средство, оно очень хорошо фиксирует все мои кудряшки. Когда я делаю укладку на бигудях, и вы, кстати, сейчас в начале видео наблюдали эту укладку, то я использую вот такое средство только из старой серии. У меня еще осталось, оно очень классное. Что могу сказать по поводу серии? Она работает. Берите смело, рекомендуйте смело. Кто начал пользоваться, у всех волосы перестают выпадать, укрепляются и начинают расти новые. Так, здесь у нас увлажняющий спрей. Ну, я всегда беру такие вещи, но не пользуюсь. И увлажняющий шампунь. Ну, вообще серия HRX для того, чтобы экономить. Несмотря на то, что ценник вроде бы дорогой, у нее расход очень маленький. Нужно прям капля, чайная ложечка на мои длинные волосы хорошо взбить, перенести на мокрые волосы, опять взбить и смыть.
парочку раз делаем, и все, волосы идеально чистые. Так, хотела вам показать вот эту расческу. Видишь, я ее очень люблю. Смотрите, какая прелесть. Во-первых, исполнение супер классное. Во-вторых, она такие делает начесы. Это лучшая расческа для начесов, которую я видела. Иногда, когда мне нужно, там, например, макушечку приподнять, или челка не лежит, и мне ее надо чуть-чуть вот взбить, чтобы она легла куда нужно. Вот это то, что надо. Обалденная вещь. Прям смело берите. Всем рекомендуйте. Моя любимая страничка. Мусс у меня вот такой был сливовый. Сейчас вам покажу гель. Видите, какой гигантский. Вот эта вся серия с натуральными эфирными маслами. И они мне нравятся абсолютно все. Все по ароматам. Эффект кожи просто невероятно гладкая, потому что масла, когда мы купаемся, они сразу напитывают кожу. Эффекта пленки нет. Если вы боитесь, что появится эффект пленки, его нет. Классное ощущение. Цена просто обалденная, всего 139 рублей за такой вот тюбик счастья. Аромат сильный, аромат такой прям натуральный. То есть, ну, вообще супер. А как выглядит? Ну, вы посмотрите, ну, это же праздник, праздник. Берите смело. Я рекомендую, как, знаете, Донского рекомендует. Так, вот такие духи я бы себе даже взяла. Очень вкусно пахнут детские. Со скидочкой все хорошо. Дезодоранты. Ни тот, ни другой не использую. Я люблю шариковые, поэтому не брала, не знаю. Так, что здесь... Да, со скидками, видите, я сразу смотрю, а где скидки, вот, любимое мыло для лица и тела, 119 рублей, хорошая цена, часики, масло уйдет, праздничное мыло уйдет, вот вы всегда смотрите, так, вы знаете, надо в этих мелочах что-то интересненькое можно найти, кремики, вчера отдавала клиентке вот этот крем, и она мне говорит, слушай, я его так люблю, а клиентка моя ровесница вообще-то, ей почти 45, как и мне. Я бы серьезно говорю, обалденный крем. Я говорю ей, я думала, ты дочки берешь, у нее дочка подросток. Ну такая вот, одна как моя Лера, а другая прям лет 14-15, такое прыщавенькое лицо. Он говорит, нет, я себе беру. И, ну классно, нравится, хорошо. Идем дальше. Да, шампуни. Многие спрашивают, как вам Love Nature? Мне хорошо. Вот, у меня сейчас ромашка, авокадо. Кто-то варварски оторвал крышку. Даже могу сказать, кто. Пальцем бы даже покажу. Это Миша. Она была запечатана, надо было пломбочку оторвать вот эту. Он ее просто вырвал. И, естественно, крышка отломилась. Я говорю, ну, варвар. Нам нравится. Мы любим. Пахнет. Зато нюхать удобно. Крышку не надо открывать. Вот такие флакончики. Вот этот еще более любимый. Но сейчас у меня волосы сухие, поэтому больше подходит вот ромашка и авокадо. А вообще обожаю бамбук и яблочко. Расческу вот эту люблю. Ну, она классная. Вообще прям берите смело. Ее достаешь из сумочки, расчесываешься, и она выглядит так эстетично, так классно смотрится. И расчесывает она хорошо. То есть достойная вещь. Ну, вот гель я вам вот этот мельком уже даже показала. Дары Афродита. Все лаконично. Приятные флакончики, ничего необычного у них нет, но по качеству они все классные. Особенно вот этот клубника со скрабом, это просто невероятная вкуснятина. Ну, я все их пробовала, мне кажется, я вот это только не заказывала, и вот этот не стала брать. Ну, я знаю, что они все равно будут классные. А вот Vita Care вот так выглядит, вот, отклеился. От влаги отошел, но он давно стоит у нас. Так много гелей открыто, что мы не успеваем, и мы всеми пользуемся. Там еще третья часть где-то, вот он, Vita Care. Очень приятный гель, у них хорошие пенистые, то есть они прям взбиваются на мочалке в такую пену густую, очень хорошо отмывает. Приятный аромат, стойкий аромат, сильный. Не то, что там, ну, вроде чем-то пахнет. Нет, он хорошо пахнет, и пахнет не отдушками дешевыми, как вот, да, вот, там продаются в рубль-бумах, а пахнет очень натурально, вкусненько. Так, для ног у нас все, выбирайте на свой вкус, все хорошо работает. Люблю вот эту пилку, она такая большая лопата, что очень хорошо убирает все, все-все-все. Слушайте, что-то невероятное увидел. На пяточник для косметических процедур, и что им делать? Используйте после нанесения ухаживающего крема или маски. Легко растягивается, фиксируется на пятке.
Для большего комфорта поверхность пяточек можно надеть носки. Помогает бороться с грубевшей кожей стоп, усиливает. А вот сколько его держать-то? Почему не написали? Ну, откуда мы должны знать, через какое время его снимать? Не знаю. Ладно, может быть, нам расскажет об этом Наталья Радкевич. Так, крема для рук. В ассортименте любые, какие хотите. И все они вкусные, вкусно пахнут. А по консистенции они вот, вся вот эта серия примерно вот такая консистенция будет. Мне кажется, они вот просто все одинаковые, вот такие легкие. Не жирные текстуры, легко впитываются, легко наносятся, маленький расход, приятные ароматы вот на любой вкус. Какой мой любимый? Apple, то есть аромат яблока и корицы. Вот я его больше всего люблю. А вот клиентке я подарила вот такой вот клюкву. Она у меня потом еще 2 или 3 заказала. Наверное, еще будет заказывать. Видите, что он тут по акции. Они, конечно, все очень вкусные. Какие вкусные мыла. Моя любимая — яблоко и корица. А сейчас у нас вот это Love Sparkling Love. Слушайте, приятный такой, но он весь перламутровый. Слушайте, он такой красивый. Уже осталось полкусочка, а он все еще такой же красивый, как леденец. Но руки мылить им не очень удобно из-за этой формы. Все-таки удобная форма — это прямоугольник. Потому что когда какой-то перекос идет, не очень удобно. Но зато красиво. Так, серия Discovery. А что у нас здесь? Все без скидки. И один. Неизведанная Камчатка. И, наверное, большой объем. Но, конечно, 400 мл. Классное предложение. Просто замечательно. Зубные пасты. Да, да, у меня все зубные пасты есть, кроме гелевой. У нас она не зашла почему-то, гелевая. По-моему, как раз она и будет, да? Вот она, освежающая. А я больше люблю травяной комплекс или защитную. Ну и отбеливающую, конечно, мы тоже берем, но ей часто пользоваться нельзя. Очень люблю вот эту щетку. У нас сейчас как раз у всех эти щетки. И как мы их отличаем? Мы лаком отмечаем. У Леры розовенькое сердечко нарисовано. Лаком просто, потому что лак не смывается. И завершает наш обзор. Даже кое-что покажу. Это праймер под помаду. Кстати, вот этот вот бальзам-праймер, он хорош для тех, у кого сухие губы и шелушатся. Так-то он абсолютно прозрачный. Ну, праймер есть под тени, под тональную основу. Есть праймер под помаду. То есть, если проблемы с губами есть, то праймер вам поможет их решить. И роскошные помады с эффектом сияния. Посмотрите, какие они классные. И они действительно на губах невероятно красивые. Вот сейчас их время. Время, когда начинается яркое солнце. Много бываем на нем, на солнце, да, гуляем. И как же это красиво на губах смотрится. Вот прям смело выбирайте те, которые нравятся, и знаете, что вам будет просто балдежно от этой помады. Вот, все рассказала. Классный, кстати, какой каталог. Вот сейчас с вами посмотрела, уже сразу наметила, что хочу себе, что-то дополнить надо, что-то новенькое попробовать. Некоторые продукты удивили, когда листала одна, пропустила кое-что. Вот, с вами, конечно, интереснее смотреть каталог. Жду от вас чего? Отзывов, каких-то дополнений, может быть, рекомендаций. Бывает такое, что мне что-то не нравится, а вам наоборот. Напишите, пожалуйста, чтобы другие тоже знали, что этот продукт вам подошел и он классный. Потому что все мы разные, и всем по-разному нравится что-то. Вот, если видео полезное, ставьте лайк. До новых встреч! С вами была Лилия Донскова и новый 5-й каталог Oriflame. Пока-пока!